Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня буду делать комбинированный маникюр, а также буду рисовать яркую абстракцию. Пришло время переделывать вот этот маникюр, а кто не видел, как я его делала, ссылка сверху. Как всегда, снимаю гель-лак твердосплавной фрезой с зеленым маркером. При этом мой аппарат включен на максимальные обороты. Фреза вращается по часовой стрелке. Этой же фрезой укорачиваю длину. Пилкой 240 грит придаю свободному краю форму. Пушером раскрываю проксимальную складку, чтобы упростить себе в дальнейшем работу с аппаратом. Фрезой пламя с острым носиком сначала на форварде, потом переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. При этом мой аппарат включен на режиме форвард. Скорость вращения фрезы примерно 12-15 тысяч оборотов. Далее прохожусь бафом по поверхности ногтевой пластины, шлифуя неровности и переходы от остатков старого покрытия к натуральному ногтю. На этих ручках я люблю использовать рассмягчитель для кутикулы. Наношу гелевый кератолитик сразу на все 5 пальцев. Распределяю размягчитель на проксимальные и латеральные валики. Вычищаю остатки пыли в пазухах. Убираю загрязнение под ногтем. Вытираю сухой безворсовой салфеткой. Ножницами срезаю кутикулу. Очистив ногтевую пластину, приступаю к нанесению базового покрытия. Сегодня использую базу от Коди. Изначально наношу втирающий тонкий слой, а потом набираю на кисть маленькую каплю и аккуратно, равномерно распределяю ее по ногтевой пластине. Когда базовое покрытие высохло, приступаю к нанесению цветников. Сегодня покрытие будет ярким, все ногти будут с разными дизайнами, ничего сложного, но есть чем заморочиться. Присутствует очень много деталей.
Когда дизайн завершен, перекрываю ногти топом без липкости от Nail Apex. Вот такой яркий дизайн у нас сегодня получился. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!